Здравствуйте! Сегодня я покажу вам подборку мистических и жутких видео. Давайте начнем. В этом видео молодая девушка записывает себя своим телефоном. Но в какой-то момент в кадре появляется то, что очень сложно объяснить. Итак, смотрим. На долю секунды позади девушки будто проносится черный силуэт. При замедленной съемке этот силуэт чем-то напоминает человеческий. Первоисточник этого видео неизвестен, и этот момент был замечен случайно. Так что никто не может понять, что конкретно попало на видео. Случалось ли у вас когда-нибудь услышать звонок или стук в дверь, а подойдя, чтобы открыть ее, обнаружить, что за ней никого нет? У автора данного ролика произошла как раз эта ситуация. Поздно ночью он услышал, что в его квартиру кто-то настойчиво звонит. Вооружившись камерой, он начинает запись. Can you please stop it? После настойчивых звонков в дверь, когда мужчина уже собирается открыть ее, слышится голос ребенка, который просит впустить его внутрь, хотя снаружи никого нет. Чуть позже автор добавил в описании, что этот голос был один в один похож на голос его сына. Но самое интересное, что ребенок мужчины в тот момент спал в своей комнате и просто не мог стоять за дверью. Но тогда остается вопрос. Кто или что стояло за дверью и имитировало голос его сына? Автор ролика предполагает самое худшее, что это точно нечто злое. И это нечто до ужаса его испугало в ту ночь. В Огайо есть место под названием Хеллтаун. Многие считают, что эта земля проклята и попросту боятся там долго оставаться, потому что с этим местом связано много плохих вещей и странных легенд. Одной ночью блогер Крис Хилл решает изучить это место. И то, что ему удалось снять в ту ночь, по-настоящему жутко. Как только мужчина находит в лесу старый заброшенный сарай, происходит ряд пугающих явлений. Thank you.
I'm surprised this barn is still standing despite how old it is. What the hell is that? What the fuck? What the fuck is that? Неожиданно из леса начинают доноситься очень жуткие звуки. Они продолжаются в течение минуты. Многие предположили, что, возможно, это птицы. Но совпадение или нет, сразу после этого неожиданно резко у автора села камера. Заменив батарейку, он решает пойти туда, откуда слышал эти звуки. Когда Крис вышел к полю, он заметил вдалеке пару светящихся глаз, смотрящих прямо на него. Спустя время эти глаза будто испарились. Мужчина уверен, что смог снять какое-то жуткое существо, и что оно, по его мнению, точно было выше травы, в которой пряталось. После всего увиденного, автор принял решение быстро покинуть это место. Это видео было снято много лет назад, но загрузили его в сеть не так давно. Это сделала женщина по имени Лорли, а на видео ее племянница. Все начинается с того, что девочка играет со своими игрушками и устраивает чаепитие. Попутно она рассказывает о новом игровом наборе, который ей подарили. И в этот момент происходит нечто жуткое. Я Pues tengo esto que es como para cortar pizza, creo. Sí. Tengo esto. ¿Claro? Una cuchilla. Rosa. Dos tenedores así. Uno rosita, igual que el cuchillo que mostré al principio. No sé si lo mostré al principio. Y este tenedor amarillo. Voy a tener... Se me está cayendo todo. Perdón, se me está cayendo todo. Tengo esta tacita rosita y esta tacita como fucsia. Huevo, ¿sí? Сразу после того, как девочка заметила, что ее кукла двигается, она в панике выбегает из комнаты, зовя маму. Что случилось в тот момент, никому не понятно. Девочке на этом видео в данный момент уже 14 лет. Но ни она, ни ее родители до сих пор понятия не имеют, как кукла двигалась сама по себе. Это видео сняла женщина, которая заметила очень странную активность в гараже своего соседа. И сейчас вы поймете, почему она посчитала это все очень жутким. Самая главная причина – это то, что сосед со своей семьей отправился в путешествие и был в тот момент очень далеко от дома. В самом доме никого не было. Thank you.
Сначала автор видео подумала, что в соседском гараже неисправна проводка, но все вышло совсем иначе. Спустя некоторое время можно заметить, что в гараже есть странная фигура. Она передвигается назад-вперед довольно быстро и немного неестественно. Это пугает автора видео, но затем фигура останавливается и смотрит из окна на женщину, после чего скрывается из кадра. Чуть позже женщина дополнила это видео, написав, что сосед сообщил, что из его дома и гаража ничего не пропало, и все осталось так, как и до его поездки. Также она добавила, что теперь точно не понимает, кто или что это было и почему оно бегало по гаражу назад-вперед. Плюс оно было немного выше, чем обычный человек, потому что почти упиралось головой в потолок. Пока больше никаких странностей вокруг этого дома не происходило. Это видео было снято в 9 часов вечера, и здесь можно увидеть нечто очень необычное. Сама запись сделана с экрана. Сработала сигнализация, и охранники решили проверить камеры видеонаблюдения, чтобы понять, кто проник на территорию. Но прошла минута, две, три, но никто не появился. Они стали ждать дальше, и вот что произошло спустя некоторое время. Охранники, не веря своим глазам, наблюдают, как медленно открывается дверь, будто ее придерживают. Но еще страннее то, что происходит дальше. Жуткая полупрозрачная фигура будто заходит внутрь в этот момент и спустя немного времени уходит. И только затем дверь захлопывается. Охранники уверены, что увидели нечто паранормальное и их посетил призрак, хоть это пока больше и не повторялось. Мужчина на видео перенес тяжелую операцию и только-только пришел в себя. По описанию ролика, автор начал испытывать нечто пугающее в своей палате, будто что-то было явно не так. А откуда-то из-за угла комнаты доносился жужжащий звук. Мужчина захотел записать этот звук, но ему удалось снять нечто большее. Таинственный силуэт появился прямо рядом с автором, прежде чем исчезнуть из кадра. Многие посчитали в комментариях, что это было нечто зловещее, а сам автор испытывал сильное чувство страха. Хотя были и те, кто утверждал, что это обычный сбой камеры. Но в любом случае выглядит ситуация довольно пугающе. На сегодня вот и все. Как всегда, я никого не убеждаю верить, и каждый все решает для себя сам. До новых встреч!